Валерий Павлович Слободянин, тренер команды. Здравствуйте! Здравствуйте! Григорий Барков, наша звезда, победитель. Давайте, наверное, вперед немножко, а то нас сейчас задавят. Так, ну, проходите, ребят, вперед, давайте. Выступление, как вы считаете, как выступила команда в этом году? Ну, хорошо выступила. Вот результат. Вообще-то мы выступаем, Россия, на этой Олимпиаде приличная. Всегда мы там в тройке, в четверке остаемся. Но то, что команда покажет такой результат, конечно, мы не ожидали. И главная интрига, что на Олимпиаде мы не знаем. Вот на всех Олимпиадах заранее результаты известны, а здесь идет награждение. Бронзовые прошли, наших нету. Вот серебряные, вот последние остались. Ну вот сейчас, вот сейчас-то серебро, наверное, начнется. Нету серебра. Ну а дальше уже награды пошли, все. Ребята здорово выступили. Ну и, конечно, последняя интрига — это то, что мы взяли медали в экспериментальном туре, а там всего три олимпиады, три медали, как на большой олимпиаде. И вот Russia B берет бронзовую медаль, затем организаторы, Нидерланды, берут серебряную медаль, и Russia One берет золотую медаль. Это, в общем, очень круто. Мы практически все, что можно, взяли.